22-летняя Оксана Самойлова показала веселое видео. Молодая мама исполнила танец со старшими дочерьми, 8-летней Ариэлой и 5-летней Леей. Жена Джигана развлекла наследниц видеосъемками. Оксана вместе с девочками записала умилительный ролик. Звезда показала, как целует Ариэлу и Лею. Те отвечают ей с любовью и нежностью. Самойлова также приняла участие в танцевальном флешмобе. Возлюбленная рэпера вместе с дочерьми повторила на камеру несколько забавных движений. Оксана выбрала смелый аутфит, просвечивающий джемпер хищной расцветки и темные лосины. Многодетная родительница отказалась от яркого макияжа, сделав выбор в пользу натуральности. Лея и Ариэла предстали в пижамах. Старшая дочь Джигана и Оксаны надела красную футболку и яркие штаны, а ее сестра – Total Pink Look. Инстадива поиронизировала над артистичностью Леи. Самойлова заметила, что девочка может преуспеть в блогинге. «Лея тиктокер от бога», – написала Оксана. Малышка также примерила старящую ее маску. В светлых волосах девочки проявилась седина, а на коже проступили морщины. Поклонники Оксаны осыпали ее дочерей комплиментами. Для Леи нужен отдельный аккаунт. Настоящая звезда. Она наберет миллионы просмотров, очень сладкая, прекрасная и смешная Ариэла такая шикарная, крутышки, замечательные девочки, прокомментировали пользователи TikTok. Вчера Лея и Ариэла устроили модное дефиле. Девочки нарядились в мамины вещи и продемонстрировали красивые аутфиты. Малышки научились ходить в туфлях на шпильках. Ранее Самойлова показала трогательное фото с тремя дочерьми. Фолловеров очаровала младшая наследница Джигана и его супруги, Майя. Фанаты предполагают, что Оксана передумала разводиться с мужем после его скандальных выходок. 15 июня звезды должны вместе появиться в суде. Однако на этой неделе многодетная мама засветила в кадре обручальное кольцо. Самойлова вернула его на палец после примирения с супругом.